Joo, eli Indoratas, yritys, joka perустил 2012. Компания Indoratas была основана в 2012 году. За всем этим стоит очень большой объем научной работы. В основании компании участвовало много сотрудников университета, и наша компания занимается определением местоположения человека в пространстве. Мы разработали технологию навигации внутри помещений, которая использует геомагнетические сигналы конструкции самого здания. Особенность Indoor Atlas заключается в том, что с самого начала мы действовали как глобальное предприятие, что отличает нас от многих других финских компаний. Our patented solution can use this magnetic landscape as a map for pinpointing locations indoors. Our cloud-based, software-only solution makes indoor positioning ubiquitous and available for everyone. Услуги, которые мы предлагаем, используют облачный сервис. А это и есть тот самый глобальный фактор. У нас два офиса. В Оулу и в Хельсинки. Они занимаются научно-исследовательской деятельностью и разработкой новой продукции. Продажи у нас осуществляются в основном в США, на западном побережье. Сейчас в нашей компании работает 55 человек, из них 15 докторов наук. Области их специализации варьируются. Это и математика, и физика, высокие технологии, компьютерные технологии. Haluatteko, että me kävellään tai... Me прогуляем сюда, вы хотите? Да, да, да. Наши клиенты — это большие поисковые системы. Yahoo Japan, Baidu, SK Planet, которые используют наше программное обеспечение с тем, чтобы предложить своим клиентам навигацию внутри помещений. Таким образом, они могут расширить спектр своих услуг. Например, если вы находитесь в каком-то торговом центре, то поисковая система на основе вашего местоположения может предложить вам купоны на скидки в магазине, рядом с которым вы находитесь в данный момент. На основе этой технологии можно разработать огромное количество приложений для самых различных отраслей. Например, в сфере безопасности. Благодаря технологии всегда можно видеть, где находятся охранники в торговом центре. Если пожарные работают в здании, то можно будет их не только видеть, но и координировать их действия более эффективно. В больнице можно будет наблюдать, где находится то или иное оборудование и врачи, что важно в критических ситуациях. Или, например, можно координировать работу всех сотрудников аэропортов. Да, то есть это только такие несколько образцов того, как можно использовать эту технологию.